Более 100 воспитанников детских домов Ульяновской области достойно показали себя на региональном этапе фестиваля «Звездный час». Лучшие номера стали частью гала-концерта. Ребята соревновались в цирковом искусстве, вокале, хореографии и других направлениях. Победа в фестивале – прекрасная возможность продемонстрировать свои таланты и в Ульяновской области, и за пределами региона. Уже в сентябре этого года победители фестиваля представят Ульяновский регион на окружном фестивале Приволжского федерального округа «Вернуть детство», который пройдет в городе Уфе, Республике Башкортостан. Примут участие в окружном фестивале и юные ульяновцы, создающие шедевры своими руками. Работы по направлениям прикладного творчества представлены на выставке «Мастерок» в фойе Дворца творчества детей и молодежи. 5 лучших работ, отобранных членами жюри, отправят на следующий этап. Также Ульяновскую область представят в Уфе и юные спортсмены. Команда ульяновцев на окружном этапе будет солидной. Такое конкурсное испытание, как спортивный Олимп Приволжья, он представляет регион целой команды воспитанников, поэтому и получается такой достаточно большой охват детей. Всего Ульяновскую область на окружном этапе представят порядка 30 детей. Фестиваль «Вернуть детство» будет проходить с 18 по 20 сентября 2024 года. Юлия Адамова, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.